Формат All Leaders расширяется по количеству гостей, более 300 ключевых персон, понимающих и определяющих маркетинговые тренды. All Leaders расширяется по количеству экспертов, которые выступят перед вами, и по географии места, откуда они приехали. It's great for companies like All in One Media and Choice to be putting this kind of event on. But there are a few trends that we're seeing globally. Sorry to say, the general conclusion for print, it's over. Brands that get mobile right, we're going to be the winners. Audio-visual media, mobile advertising, mobile media consumption is the growth area of the industry. Сейчас mobile стал неким единым идентификатором и связующим звеном между онлайн-медиа, это как минимум, но и офлайном тоже. Все эти данные уже сейчас можно использовать с точки зрения кросс-медийных компаний, когда мы можем одновременно и в офлайне, и в онлайне, понимая, что это один и тот же человек, адресовывать ему определенное сообщение. История с датой – это уже не мыльный пузырь, это по-настоящему работающая штука. Ребят, социальная сеть знает о вас, пожалуй, все. Даже ваши родители, иногда партнеры, вас только не знают. Blockchain as a concept existed since 2009. Each one of us who are part of that blockchain will have the same copy. It is enhancing the security. Every transaction that goes in blockchain is highly traceable. The speed is very, very high compared to regular banking channels. Everybody who operates in the blockchain is equally responsible. So no one can cheat. Рост нашего рынка, он мог бы быть значительно больше. Но есть ряд нерешенных проблем, которые мешают перетекать бюджетом в диджитал. Главная проблема, она, конечно же, с доверием. Сейчас мы на самом деле стоим на пороге еще одной революции, которая связана с блокчейном. Концепция заключается всего лишь в том, что у нас есть децентрализованная база данных фактов, которые могут доверять все. И вот это вот действительно то свойство, которое меняет нашу экономику, оно меняет наше восприятие рынка, оно меняет наше отношение. Все мы с вами с утра окунаемся в огромное количество информации. В социальных сетях люди поддерживают контакт с интересными людьми и получают вот тот новостной фон, который им важен. Совершенно естественным способом на стыке этих изменений появился проект Choice. Он собирает все публикации, которые есть в интернете, пропускает через себя, присваивает им характеристики и показывает пользователям согласно их профилю. Площадка позволяет загружать свои новости. Сегодня мы запускаем Choice в Москве. Для того, чтобы стимулировать людей, для того, чтобы подстегнуть их, создавать свое видео, мы выбрали двух неординарных людей, абсолютно разных, и сняли без купюр их простой день. Это Владимир Ахапкин, человек с неограниченными возможностями, и Александр Попов. Вместе больше 1,5 миллиона просмотров на нашем канале на YouTube. Я вообще считаю, что с тех пор, как люди стали быть сами для себя медиа, стало огромным достижением, потому что человек понимает, что он один может сдвигать прям огромные горы, достигать любых целей. И благодаря Choice и всему жизненному пути я смог прочувствовать. Поэтому это для меня очень ценно. Блогеры сегодня — это действительно лидеры мнений. Контент блогеров — это, пожалуй, один из самых искренних контентов в интернете. И то, что советует блогер, аудитория принимает как совет своего собственного друга. Бренды получают рост узнаваемости и лояльности аудитории. Почему блогеры могут отказаться делать рекламу? Репутация для большинства блогеров, она важнее, чем заработок. В нашем агентстве на эксклюзиве на данный момент 67 блогеров, многие из них миллионники. Я приглашаю их на сцену. Громче, ведь это люди, которые влияют действительно на мысли, на мнение миллионов. Впервые, наверное, на этой площадке собирается целый фундамент рекламных кампаний, рекламного сообщества и тех людей, кто делает этот мир лучше. Будьте всегда с нами, мы готовы вас развивать. Ура! 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 Это была конференция All Leaders 2017. До встречи через год. Ура! Вам в руки попадает Samsung 8, друзья. Браво!